Сергей, по итогам вашей инвестиционной панели здесь, какие тренды Фудтеха можно выделить, на что в основном нацелены участники? Участники в первую очередь нацелены на то, чтобы дизраптить рынок. Ну, то есть это словно старый рынок продуктов питания, да, то есть вносить технологии, инновации, которые позволяют компаниям быстрее расти, эффективнее производить те или иные продукты питания, оптимизировать различные расходы, ну, то есть делать нашу жизнь как бы, ну, проще, ну, вот, дешевле, быстрее. Как бы, то есть, вот, и за счет инноваций, ну, вот, в том числе заработать, ну, то есть создать большие компании, ну, вот, и заработать деньги себе, инвесторам, сотрудникам компании. А если сравнивать с теми трендами, которые есть в мире, вот российские стартаперы предлагают что-то принципиально новое, либо они все-таки ориентируются на какой-то опыт? По-разному есть. Есть уникальные проекты, которые там можно масштабировать спокойно из России на мир. Ну, вот, есть проекты, которые делаются копикэт, ну, то есть копируются какие-то успешные западные модели, и это тоже хорошо. Но вот мы в этом плане очень выгодны. Это как аутсорсинг разработки в IT, как бы, да, то есть так и здесь, как бы, нам реально у нас ниже, ну, ниже себестоимость, у нас ниже там затраты на, там, на труд, ниже на там сырье, но поэтому мы можем делать конкурентоспособные продукты, которые можем экспортировать и, там, на весь мир. Вот. А если же говорить в общем про тренды, то вот, если прям взять сектор FoodTech, на котором мы специализируемся, то там уже там вот давно вот такие растущие тренды там и в размере инвестиций, и в размере капитализации компаний, вот, там размер инвестиций там за последние 7 лет вырос там с 3 миллиардов до 20 миллиардов именно в этот сектор в мире, но там в Европе вырос за последние там 7 лет в 13 раз, даже в России за 2 года, вернее за год в 2 раза объем инвестиций вырос в этот рынок. А если говорить прям про саму стоимость компаний, то сравнивая, беря там топ-10 компаний FoodTech в мире, ну, вот, то там за последние 5 лет, если не ошибаюсь, там с 17 вроде триллионов до почти до 500 миллиардов, как бы, то есть почти до 500 миллиардов капитализация этих компаний выросла, и прогноз, что до 35 года может вырасти до 7 триллионов. То есть мы так шутим немножко, что все скоро будет FoodTech. А насколько вот эта тема интересуется, собственно, целевая аудитория этой выставки, то есть ритейлеры, например, крупные сети вообще? У нас как раз в этом году инвестиционная панель состояла из двух частей, но вот вчера это было именно в виде дискуссии, ну, вот, где мы как раз пытаемся сконсолидировать всех участников, которые могут влиять, как бы, да, то есть на развитие этого рынка. Это и сами инновационные предприниматели, ну, вот, это и агрофуд ритейл-корпорации, которые с этими инновационными предпринимателями могут либо что-то пилотировать, либо инвестировать в их проекты. Ну, вот, это и институты, государственные институты поддержки. Ну, вот, там вчера был Фурсин, это руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития, где внутри этого департамента большое количество мер поддержки, то есть получают проекты. Это и вузы, как поставщики кадров, знаний. Ну, вот, был Константин Загородников, это Московский государственный университет пищевых производств. Мы вместе с вузом, ну, вот, работаем над тем, чтобы какое-то количество студентов шло не просто там в найм, ну, вот, или в науку, а начинали делать свои стартапы, ну, вот, а стартапы с рынка могли получить доступ к инфраструктуре, которая есть в вузах, то есть это там лаборатории, ну, вот, оборудование, доступ к науке, к пассионариям в лице тех же студентов. Вот. А вот уже вторая часть, она сегодня была именно как раз там, в виде питч-сессии, где 20 проектов показали, чем они занимаются, как они растут, ну, вот, какой потенциал их роста, и предлагали возможность заработать вместе с ними, ну, вот, инвестируя в их компании, либо сотрудничая с ними. По вашему опыту, вот такие питч-сессии для самих стартаперов, они полезны? 100%. Ну, как по-другому себя презентовать? Тем более, что важно, чем отличается вот эта площадка от любых других, но вот здесь мы имеем целевую аудиторию. Здесь предприниматели, которые делают бизнес на продуктах питания, они понимают продукты питания, они понимают новые тренды, они видят, что как сказать, появляются инновации, как бы, да, то есть, и тем самым мы расширяем круг потенциальных инвесторов. И теперь это не только
специализированные как бы инвесторы, которые там венчурные компании. Но вот это могут быть уже и, как сказать, инвесторы из реального сектора, ну, вот, которые заходят в рынок, как сказать, инновационный, венчурный через инвестиции в такого рода компании. А в вашей презентации звучало сочетание «Инновационный пищевой кластер Москвы». Да. Что это такое, что за проект? Я являюсь членом рабочей группы по созданию инновационного пищевого кластера города Москва. Ну, вот, и идет со стороны правительства Москвы идет работа и проработка создания объекта, ну, вот, почти там, на 1 000 000 квадратных метров различных площадей под инновационное производство еды и оборудования, где как раз для предпринимателей будет снижен порог входа, то есть им не нужно будет покупать землю, строить, там, подводить дороги, электричество, там, воду. Ну, то есть за них может это сделать город, построит уже объекты, и предпринимателям останется, которым хотят запустить производство, либо масштабировать свое производство. Ну, вот, они могут просто арендовать, либо посредством лизинга как бы приобрести необходимое помещение, которое соответствует всем стандартам, ну, вот, и ставить свое оборудование и производить продукты, имея при этом еще и налоговые льготы, ну, вот, и всю инфраструктуру, необходимую для масштабирования. Ну, вот, сейчас пока идут еще подготовительные процессы, но мы уже оцифровали этот пищевой кластер в рамках так называемого межотраслевого кластера, в рамках, опять же, московского инновационного кластера, ну, простите за каламбур, ну, вот, на котором уже происходит взаимодействие между участниками, ну, вот, там, будущими резидентами этого кластера, которые могут уже быть полезны друг другу с точки зрения различных услуг, продуктов, и имея доступ к тем льготам, грантам, которые предоставляет Москва. Как человек, который работает со стартапами, вот резюмируйте, а есть ли какие-то универсальные советы к тем, кто только выходит на этот рынок, что делать, чего не нужно бояться, что закономерно в этом процессе? Что точно стоит делать и на что в первую очередь обращать внимание? Ну, вообще, я так про это скажу. Чем вообще отличаются люди, которые становятся предпринимателями, от тех, которые предпринимателями не становятся? Неважно, это, как сказать, инновационный предприниматель как бы, или обычный. Но вот, предприниматель чаще всего тот человек, который нашел идею, ну, вот, на каком-то интересном рынке. Ну, вот, то есть, поэтому сначала ищите идею, да, то есть, там, сами подсматривайте, ну, вот, ищите рынок. Желательно, этот рынок должен быть большим. Ну, вот, и после этого нужно искать, ну, то есть, когда ты нашел идею и рынок, но тебе нужно найти людей, с помощью которых ты эту идею на этом рынке сможешь реализовать. Ну, поэтому люди, как бы, то есть, основа любого бизнеса, да, ни машины, ни товары, ни склады, ни продукты питания, там, вот люди в первую очередь, да. Ну, вот, и чем люди круче, чем люди качественнее, тем качественнее и круче будет бизнес, который вы будете делать. Ну, вот, и вот после того, как ты нашел людей, которые хотят и могут реализовать эту идею на этом рынке, ты должен найти ресурсы. Ну, вот, они могут быть разные, как бы, это клиенты, поставщики, склады, товары, доставка, инвестиции, как бы, да, то есть производственные, как бы, мощности какие-то, да, то есть, ну, какие-либо ресурсы, которые позволяют этой команде реализовать эту идею на этом рынке. Ну, вот, и чаще всего это нужно в единый момент времени. Вот прям вчера. Вот, но как бы чудес не бывает, и чаще всего каких-то факторов не хватает. Или нет хорошей идеи, или нет хорошего рынка, или нет толковых людей, или там ресурсов не хватает. Чаще всего, как бы, уже когда собрана команда, ресурсов не хватает. Ну, вот, инвестиций в первую очередь. И вот предприниматель, в отличие от тех, кто чаще не становится предпринимателем, он делает так называемый прыжок веры. Ну, даже когда какого-то из элементов не хватает, он настолько верит, как бы, типа, там, в себя, в свою идею, как бы, или в людей, ну, вот, с которыми он работает, что он делает этот прыжок веры, начинает что-то делать, и что-то начинает получаться. Или не получаться, как бы, да, то есть, ну, даже если не получается, в этом нет ничего страшного, как бы, да, то есть ты должен просто не бояться ошибки, но, вот, наоборот, ты должен совершать как можно большее количество ошибок в короткий промежуток времени, но они должны быть просто, как сказать, недорогими. Ну, вот, и в какой-то момент, как бы, то есть, рано или поздно у тебя получится, ты сможешь построить компанию, лидирующую на рынке. А вот это важно не забывать. Ну, вот, если ты уже за какое-то дело берешься, ну, то ты в первую очередь должен думать о лидерстве. Ну, ты должен лидировать там, в компании, ты должен создавать компанию, которая претендует быть на лидером в своем сегменте, секторе, как бы, то есть ты должен стремиться там заработать денег, как бы, то есть себе, как бы, то есть там акционерам, ну, вот, дать возможность заработать сотрудникам, партнерам.
Если идея уже есть, что-то уже работает, то куда еще можно постучаться? Часто... Вот какие-то есть общества по интересам, скажем так? Есть. У нас есть как минимум, мы вот уже последние несколько лет активно создаем экосистему, ну, вот, FoodTech, ну, вот, и выстраиваем площадки, для, на которых можно взаимодействовать, в том числе с партнерами, как вот с World Food, в виде вот таких инвестиционных панелей. Так у нас есть и сам инновационный пищевой кластер, где юридические лица, не только с Москвы, но и из других городов и государств, ну, вот, могут быть участниками, как юридические лица, и взаимодействовать друг с другом. Так у нас есть и менее, назовем, формальная история. Два месяца назад мы запустили FoodTech Club. Ну, то есть это клуб экспертов, которые, ну, чьи интересы сосредоточены в бизнесе еды, инновациях, инвестициях. Ну, вот, и там уже могут люди взаимодействовать друг с другом, ну, вот, передавать экспертизу, знания, опыт, делать сделки. Ну, вот, вот такая среда нами создается. И последний вопрос, как эту среду найти? Это какой-то сайт, это какой-то Google просто или что? Я думаю, действительно будет достаточно легко загуглить там FoodTech Club, ну, вот, Сергей Черемуш, компания Bestseller, ну, вот, я думаю, несложно будет найти. Ну, вот, вот, ищите так? Нас в интернетах, да, то есть там мы точно есть. Ну, вот, первый вступительный момент, если ты не смог найти в интернете, скорее всего, ты не сможешь. Да, не, значит, да, ты не сильно хотел нас найти. Да, но, потому что нас найти достаточно легко, но, вот, если ты интересуешься темой FoodTech. Ну, вот, потому что мы в рамках назовем, экосистемы, которую строим, есть много проектов, которые позволяют, как сказать, и находить проекты, и валидировать, и масштабировать. То есть мы делаем карту рынка, ну, вот, которая позволяет видеть всю поляну не только в России, но и в СНГ, и за рубежом. Мы проводим такие инвестиционные панели. Я веду передачи на радио FoodTech Money, то есть уже там первый сезон закончили на этой неделе, 39 выпусков, сегодня будет как раз 39-й выпуск. Ну, вот, где мы как раз экспертно общаемся на тему бизнеса еды, инвестиций, инноваций. Ну, вот, мы организовываем бизнес, такие миссии Travel, FoodTech Travel, где собираемся группой инновационных предпринимателей, ездим в разные страны, смотрим, там, принимаем опыт, выстраиваем нетворк, технопарки, инвесторы. Ну, вот, опять же, да, то есть мы организовываем, ну, коллаборируемся с розничными сетями. Как бы, да, вот вчера как раз был на лентой презентован проект такого фудтек-акселератора международного со стартап-полкой, ну, вот, где стартапам со всего мира будет, ну, которые производят инновационные продукты питания, напитки, будет предоставлена возможность зайти, как сказать, в ленту крупнейшего ритейлера. Ну, вот, и мы как раз, как сказать, партнеры этого проекта будем помогать его реализовывать. Ну, в общем, возможностей море. Да, было, да, бы только, да, было бы желание только делать, как бы, да, то есть люди ключевой фактор. И вот помимо того, что мы строим такую экосистему, ну, вот, в которой каждый участник вот этого рынка может найти для себя возможности и ресурсы, ну, вот, мы в том числе помогаем синдицировать сделки для стартапов, ну, то есть вот какую-то часть из сегодняшних 20 компаний, ну, вот, мы можем собрать, как сказать, синдикат инвесторов, но где каждый инвестор может вложиться не полностью во весь раунд, а лишь вложить какую-то его часть, тем самым диверсифицируя свои риски инвестиций в такого рода проекты, потому что это все-таки высокие риски, венчурные проекты – это всегда высокий риск, но с потенциально высокой, очень высокой доходностью. Вот. Но помимо этого мы как раз собираем сейчас фонд, который специализируется на FoodTech проектах, вот, где уже деньги инвесторов этого фонда, вот, будут распределены между 50, ну, вот, такими проектами в течение нескольких лет. Ну, вот, и в наиболее успешные там, 5-6 проектов, как бы, то есть будут продолжать эти сделки дальше финансироваться, ну, вот, что позволит там, инвесторам такого фонда зарабатывать, ну, скажем так, выше средней доходности вообще фондов на рынке. То есть мы целимся в, ну, там, годовую доходность где-то на уровне 30% ARR. Ну, вот это высокая доходность. Ну, вот поэтому мы будем рады в том числе, да, то есть инвесторам, которые готовы смотреть отдельно проекты, инвестировать в отдельные проекты. Ну, вот так и рады будем общаться с теми инвесторами, которые доверят нам, ну, вот, выполнить, ну, такую непростую, но интересную работу. Ну, я надеюсь, что получится подружить всех участников этого процесса. Мы вообще в этом не сомневаемся, не только здесь в России, но и по всему миру. Все будет FoodTech. Спасибо большое.